конце 1988 года был создан отряд милиции особого назначения. Создание данного подразделения было продиктовано временем. Начинался разгул преступности на улицах белорусских городов. И было принято решение для силовой поддержки особенно оперативных подразделений уголовного розыска, Главного управления по борьбе с организованной преступностью, создать отряд милиции особого назначения. Отбор был очень тщательный. Мощнейшие митинги, шествия. 10 лет было Чернобылю. На этот чернобыльский шлях собралось около 15-20 тысяч. И они пошли по проспекту, где нам пришлось в районе площади Якуба Колоса держать эту толпу. Это необъяснимо. И тут рассказать надо словами тут. Это те, кто там был, это вот настоящие бойцы, которые пришли и знали, на что они способны и как они действовали. Такое впечатление тогда создавалось, ОМОН везде. Их было мало, просто так расстановка сил и средств была, что вот отработали Комаровку 2 часа, поехали на Челябинский рынок, отработали на Динамо. То есть появлялись там, где нужно, в нужное время. С приходом Александра Григорьевича Лукашенко, главы государства, вот именно становление было государства, и в том числе подразделение этого, да. Оно неразрывно между собой было, потому что без, я уже как повторюсь, без воли руководителя, без поддержки первого лица в жизни бы не навели в такой порядок, как тогда наводили. Железной рукой наводили порядок. Тогда была команда, вот навести порядок, все, дальше ничего. Жестко, конечно, наводили порядок. Были конкретно серьезные задержания. Когда в юбилейке там воровской общак собрался, мы их задержали. Там такой Полчков был, там такой, типа, смотрящий республики. Естественно, достали в райотдел, оформили там, ну, задерживали очень жестко, конкретно там задерживали. Там все летало, конечно, по этой юбилейке. Сегодня вы знаете, что отряд милиции особого назначения несет службу и в приграничье, в том числе, зная ситуацию, которая происходит у наших границ. Реальные операции все в зависимости от задачи. Бывают такие сложные, которые разрабатываются сутками. Бывают такие же сложные задачи, опять-таки, они разрабатываются часами. Все зависит от ситуации непосредственно, от правонарушителя, его личности. День, ночь, любое время суток, потому что мы работаем, как говорится, 24/7. Основными задачами подразделения ОМОН является выполнение задач подразделений специального назначения, обеспечение силовой поддержки при проведении специальных операций, пресечение групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков, актов терроризма и экстремистских проявлений на массовых мероприятиях, охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности. Любой спектр задач. Это может быть кража, незаконный оборот наркотиков, это может быть педофилия, разбой, грабеж, преступления против личности, имущественные преступления. То есть это рецидивисты, серийные преступники, лица, которые есть оперативная информация, могут быть вооружены холодным, огнестрельным оружием, у которых могут находиться какие-то штатные либо самодельные взрывные устройства. В
Мы выбрали своим символом золотой атакующий орел. Мощь, быстрота, те качества, которые присущи этой птице, в целом отражают суть подразделений отрядов милиции особого назначения. Отряд милиции особого назначения, он и определяет, что особого назначения. То есть особенные люди способны выполнять особенные задачи. Ну и, как правило, как мы говорим, с колес, то есть без предварительной подготовки. Оперативность принятия решения, скажем, как бросок кобры в нужный момент. У них нет задач, которые они не выполняют. Где тяжело, где не справляются другие подразделения, там работает ОМОН. Каждая спецоперация – это маленькая наука, потому что такие операции позволяют нам двигаться вперед, делать правильные выводы. Мы всегда прорабатываем в голове все варианты, начиная от самых худших, потому что всегда, даже на самом элементарном, нужно готовиться к самому худшему, потому что, ну, бояться не стоит и не бояться не стоит, то есть всегда нужно быть начеку. С каждого задержания идет разбор полетов, как мы называем, какие были ошибки, какие были, ну, недостатки. Когда ты понимаешь, что задержание прошло успешно, без всяких накладок, то вот тогда вот это получаешь удовольствие, понимаешь, что свою работу ты сделал на 100%. Каждый раз выплывает какой-то нюанс. И был такой нюанс, когда мой товарищ параллельно со мной, я заходил в одно окно, он заходил в другое окно. И по инерции, заходя, становясь на подоконник, он вошел в адрес, он задержал преступника. Но проверяя потом веревки, мы посмотрели, что на загибе захода именно в окно, где было разбито стекло, веревка была разрезана полностью, осталась висеть только на одной маленькой жилке. Это был 5-й этаж, и вот от этого никто не застрахован. Но это и есть право профессионального риска. Если ты контролируешь себя, если ты умеешь пользоваться всем оборудованием тебе предоставленным, ты сделаешь это, и страх высоты, который присущ любому человеку, он не сказывается на задержании. Есть страх, который не позволяет тебе работать, а есть тот страх, который спасает тебе жизнь. Гражданский человек может там, да, подумать, вот там это что-то там опасно, что-то тяжело там. А по ходу службы это становится привычным делом и, наверное, даже риском уже не называют. Чтобы подготовить прекрасного бойца, так говорят, что там лет 5 нужно, да, там 4-5. Это такой целый трудоемкий процесс. Это трудный путь. И когда ты становишься, выбираешь этот путь, ты по нем идешь всю жизнь. Идешь с честью, с достоинством. Каждый сотрудник милиции, который служит в подразделении, стремится сдать на черный берет. Это символ мужества, чести сотрудника отряда милиции особого назначения. Испытания далеко не простые. Для того, чтобы их пройти, необходимо готовить себя. Готовить себя физически, психологически. Тренироваться и работать с оружием, оттачивать навыки передвижения, преодоления полосы препятствий. Им приходится переносить раненого, им приходится преодолевать различные препятствия, им приходится переносить боеприпасы, им приходится преодолевать различные водные преграды.
После того, как боец проходит марш, он выходит на огневой рубеж. Если мишень поражена, соответственно, он допускается к следующему этапу – это спарринги. Давай, 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 сам работай, давай, двигайся. Лучшее, что случилось со мной в моей жизни. Служу Республике Беларусь! Служу Республике Беларусь! Служу Республике Здесь превращаешься в настоящего мужчину. Это настоящая мужская работа. Боец ОМОНа – это обычный парень. Это обычный парень, но этот парень, у которого есть внутри стержень. Стержень – боевой дух, как говорят у нас, боевое братство, которое не предаст. Прикрыть друга – это про ОМОН. Для меня ОМОН – это большая семья. Мы тут каждого называем братишки, потому что всегда на друг друга мы рассчитываем в любой нештатной ситуации. И знаю, что моя спина всегда прикрыта. Как многие ребята наши говорят, что это лучшая работа в мире, так оно и есть. Как у мальчишек у всех, да, есть когда-то мечта. Мечта защищать слабых, стать щитом перед преступностью. Вот это сподвигает, ну, когда рядом столько братьев крепких, ну, о чем тут переживать, у кого боец? Бояться некого. Неважно, кто впереди, главное, кто рядом. Снайпер всегда работает в удалении от группы. Снайпер должен учитывать практически все, атмосферное давление, температуру воздуха, влажность. Ну, самое главное, понятно, ветер, ну, потому что это в большинстве, больше всего делает поправку на ветер. Если стреляешь далеко, учитывается скорость вращения земли, чтобы попадать первым выстрелом, чтобы успешно стрелять. Он очень, ну, достаточно должен математического склада ума быть. У меня физико-математическое образование. У каждого ствола винтовки есть свой определенный настрел, исходя из того, с какого сплава он сделан, с технологией. И поэтому снайпер записывает каждый свой выстрел. Если надо, какое-то долгое даже время может полежать неподвижно. Ну, я думаю, до суток. У милицейского снайпера есть только один шанс. У него нет права на ошибку. Щитовой – это тот человек, который идет первым группы, является своими глазами и щитом группы. Входит в помещение первым, оценивает всю обстановку, выдвигается в наиболее опасное направление. Щит весит более 30 кг, плюс еще экипировка. В это время нужно еще обращаться с оружием и общаться с преступником. Сколько раз приходилось входить в помещение со щитом, никогда об этом не думаю, что страшно. Всегда думаю, что чтобы прикрыть группу и чтобы все было хорошо. Выход!
меня отряд – это тоже как вторая семья. Поэтому для меня это не только подчиненные, это люди, за которых я отвечаю, за которых я, как говорится, стою горой. Если горе, то поможем и материально, и морально. Если радость, то же самое, вместе и порадуемся. Я как бы знаю ребят со всей республики, где, куда бы ни обратись. Слово «братишка», надо помощь, там, никогда никто не откажет. Что касается идеологической подготовки и нацеливания сотрудников на выполнение задач, наверное, это уже у ребят в крови, они пропитаны этим духом. Ведь они беззаветно служат своей родине, беззаветно. Отряду милиции особого назначения всех регионов приходилось действовать в разных особых условиях, в тяжелых условиях. Но 2020 год, наверное, показал многое и многим. ОМОН никогда не сдается. Это, опять же, не пафосные слова. Они всегда идут до конца. Если им поставлена задача, они ее будут выполнять. Именно вот это место стало точкой притяжения 9 августа 2020 года. Граждане начали вести себя агрессивно, пытаться собраться здесь на стеле. Мы первоначально предупреждали всех, затем начали выставлять цепочки, пока сотрудники выставлялись без экипировки. Ну а потом уже пришлось одеть экипировку, когда в нас полетели камни, арматура, пошли в ход газовые баллончики, которые были применены в отношении сотрудников, коктейли Молотова, которые летели в технику, и это происходило именно здесь. Поэтому мы не агрессировали, мы отвечали на агрессию толпы. Выполняли свою задачу. Ненависти мы никогда не испытываем. Ну, просто непонимание, для чего это. Ну, с другой стороны, многие люди сейчас они переосмыслили свои видения, поняли, что это просто было промывание их мозгов, они повелись непонятно на что. Мы стояли все республикой плечом к плечу, несмотря это сотрудник ОМОНа, внутренние войска и другие службы. Потому что мы знали, что мы защищаем свою родину. Если кто-то дрогнет, предаст, уйдет куда-то, то ничего бы у нас не получилось. И поэтому 2020 год показал, что мы действительно братство, большая сила. Вы красавцы! Спасибо вам! Когда родина в опасности, все сплотились вокруг своего лидера, нашего президента. И когда президент вышел с автоматом, показал личный пример, это не Украина, когда там сбежал, а вы люди войны это очень чувствуют, тогда для нас было все понятно, что ничего не будет. Будет тихо, спокойно, и это все закончится. Лимит на цвете революции уже закончился. Поэтому пускай расслабятся. При создании ОМОНа, в принципе, райотделы нам дали по одной-две машины, которые практически подлежали уже списанию. И одна из, я могу привести пример, когда поднялась колония в Могилеве и был поднят личный состав по тревоге, мы выбыли туда, половина транспорта по пути у нас было сломано, и мы не доехали. А сегодня вы видите, какая техника. Только можно позавидовать. Отряд милиции особого назначения – это подразделение, которое оснащено самым современным оружием, специальной техникой и готовы выполнять задачи в любой точке нашей республики. Очень много внимания мы уделяем разработке собственных транспортных средств. Это такие разработки, как автомашина транспортировки нарядов, которая была сделана буквально недавно. И вы помните, наверное, те самые зеленые автозаки. Сегодня это уже совершенно другого класса машина. Тоже автомашина транспортировки нарядов. Мы ее сделали более компактной, перекрасили в традиционный темно-синий милицейский цвет. И сегодня уже именно так, я говорю в кавычках, выглядит так называемый автозак.
Мы же разрабатывали заградительные комплексы «Рубеж». Это наша разработка, разработка Минского ОМОНа. Я скажу, я сегодня уже видел и в Российской Федерации, в Казахстане, еще в ряде стран пользуются нашими разработками. Боюсь где-то перехвалить, но действительно подразделение ОМОН очень достойно выступает среди любых спецподразделений любых стран. Очень много соревнований проводится как в Республике Беларусь. Также подразделения приглашают для участия в соревнованиях и за рубеж. Отец бывший военный офицер запаса, дедушка бывший военный. Спасибо отцу за его воспитание, то есть с самого детства. Смотря на него, гордясь им, какой он есть, мужественный, подтянутый, исполнительный. Наверное, это и послужило основным фактором. Ну, пойти служить, любить родину. И, наверное, в какой-то момент, если нужно, отдать за нее жизнь. Тыла очень тяжело сражаться, когда ты знаешь, что дома тебя понимают, поддерживают на все 100%, то еще легче становится. Мы тогда непобедимы. Но жена – это всегда опора, и когда в семье порядок, когда ты идешь домой с вдохновением и чувствуешь, что у тебя крепкий тыл, тогда и трудности не по пути. У меня уже дети взрослые, уже внуки взрослые. Вот. И мне иногда говорят: папа, вот другие дети были, росли с родителями, а мы тебя практически дома мало видели. Ну, на все, совсем надо смириться. Где ты выигрываешь, где ты проигрываешь. Но я не жалею, если бы снова начать, я бы выбрал опять. В этом особый драйв. Работа – это обывательский взгляд, а действительно это служение. Ради ближних, ради наших семей, ради нашей страны, ради вас. Ради наших друзей, товарищей. Служить Родине – это большая ответственность, потому что мы несем ответственность не только за себя, а за своих товарищей, братишек, с которыми мы служим, за граждан, которых мы защищаем, и даже за граждан, которых мы задерживаем. Умение не перешагнуть ту линию закона, перейти в беззаконие, будь то физическим насилием. Наверное, вот это и есть тот самый профессионализм. Даже когда тебе говорят слова оскорбительные, настоящий профессионал промолчит, выдержит все и сделает все с точки зрения закона. Не каждый способен скачкообразную психологическую нагрузку переносить и выполнять задачи, которые возникают у нас. А патриоты и бойцы подразделения, они готовы к самопожертвованию практически для выполнения поставленных задач. Бойцы моего подразделения для меня – это настоящие мужчины, настоящие люди с большой буквы, в которых я уверен и которые не подведут в определенных промежуток времени.
На сегодняшний день это уже не то подразделение три роты. Это я не буду количество называть подразделений, это совершенно другие цифры. Они сегодня выполняют такие задачи, мы выполнить, вот, которых мы даже могли задуматься, сможем или не сможем. Вот такой сплоченный боевой коллектив. Это сегодня самое только вышкаленное, самое боевое подразделение, которое любую задачу выполнит. И вовремя, и вопросов никаких не будет. ОМОН никогда не отступает. Не было в истории такого, чтобы ОМОНовец развернулся и убежал. Таких вещей в природе невозможно. Наш ОМОН, без пафоса скажу, знают во всем мире, что сотрудники ОМОН действительно стоят на страже своей Родины. И однозначно они не позволят никому здесь устроить какой-то хаос и какой-то беспредел. Что бы ни случилось, как бы ни было трудно, ОМОН будет в первых рядах. Ветераны в случае необходимости тоже станут строить. И я уверен, что этот строй не дрогнет.